Госпиталь организации «Врачи без границ» подвергся бомбардировке в Йемене. Удар нанесли самолеты Саудовской Аравии, которая возглавляет так называемую арабскую коалицию, воюющую с йеменскими мятежниками. Как пишут сами медики, внутри в тот момент находились сотрудники и пациенты. Есть ли погибшие и раненые, пока точно неизвестно. Сообщается лишь, что целью авиаудара должны были стать позиции хауситов, но, по всей видимости, произошла ошибка.